Всем привет! Итак, 22 мая запускаю следующий этап по славянской защите, следующий тренинг. И для начала, то есть у меня было очень много сомнений, что же все-таки давать в первую очередь, я решил изучить с вами вариант, который играю сам. Это d4, d5, c4, c6, конь f3, конь f6 и теперь ферзь c2, то есть главный плюс этого хода, я эти позиции часто видел со стороны белых. У меня есть какие-то материалы за белых, естественно. Ну и естественно, что в процессе будем разбираться и как черными здесь лучше играть. Вот. Главный недостаток этих линий. Очень много неплохих ходов. Славянская защита, дебют очень крепкий. То есть... И у нас изменена форма. То есть тренинг будет более длинным, лишняя неделя. Турниров будет 2 турнира на тему DC, 2 турнира на тему G6 и дальше по одному турниру на ходы слон G4, A6 и E6. Почему на ход Е6 всего один турнир с контролем 7 плюс 2, это я объясню. Дело в том, что очень часто все переходит в каталон. Каталон мы уже изучали. Вот. Если нужно будет, мы добавим турниров после тренинга. То есть, если выяснится, что... было недостаточно для того, чтобы наиграть, все это прочувствовать. Вот. Ну а так, в общем, 22 мая будет блиц-турнир, стартующий вот с этой позиции, с контролем 3 плюс 2. И после него я высылаю всем материалы. Да, и чуть не забыл, значит, стоимость участия в тренинге 3000 для постоянных участников тренингов. То есть тех, кто принимал участие более чем в 5 тренингах, то есть 6, 7, 8 различных этапов, там по каракану, почему-то еще, для тех 2000. Ну и, конечно, у меня есть люди, которые проплатили раньше. Я им тоже об этом напишу, что они участвуют. И участвуют бесплатно. Все. Спасибо.